Всем привет, с вами Крым глазами местных. Привет, дорогие друзья. Сегодня мы с вами идем очередную прогулку. Сегодня у нас Фарос в видео. Начнем мы с очень интересного места. Вы знаете, каждый из вас, прогуливаясь мимо, наверное, не задумывался, что это за здание. Вот я тоже так мимо гуляла раньше. Почта есть, тут видно, что здание старинное, да, дореволюционное. А тут я случайно как узнала, что оно... Вот эти лучи – это общежитие, там комнаты. Вы туда не заходили? Нет. Вот надо сейчас зайти будет. А вот эта часть у нас квартиры. Ага. Вот, да, там немножко не очень убрано, если ничего. Да ничего. Кстати, вы в курсе, что во время землетрясения это единственное здание в Фаросе, которое осталось? Все остальное было в руинах. Да, вот мы случайно купили, продавалось. В том году здесь квартира. Ага. Быстренько. Даже с ремонтом. Да заходите. Можно так немножко как-нибудь прикрыть, что какие-то вещи там валяются. Тут, конечно, огромные окна, да. Широкие стены. То есть здесь потолок 4 метра, да, почти. 3,5 да, точно есть. Очень такое классное, светлое помещение. Хоть и первый этаж. Стены, видите, такие огромные по метру. Каменные, сделанные. Еще века простоит. Это точно. Грубо говоря, сверху как будто снежинка. Мы на самом деле, Юля на карту глянула, что это за здание такое. Интересно стало. Почитали, а оказывается... Оказывается, Кузнецов сделал винные подвалы в стиле шампань. Под этим зданием, они как бы закрыты сейчас. Это интересное здание, которое местные называют «Шесть лучей» или просто «Лучи», являются винными подвалами, которые были построены еще в 1890 году. Они были построены по заказу владельца этих земель, чайного магната Александра Григорьевича Кузнецова. Дворец его находится здесь неподалеку, в Фаросском парке. Оригинальный проект здания был разработан и реализован известным московским архитектором Федором Осиповичем Шехтелем. Для поддержания необходимой в производстве вина постоянной температуры в пределах 12-13 градусов подвалы углубились на 8 метров ниже уровня земной поверхности. В целях экономии полезной площади галереи этих подвалов располагаются в виде той самой звездочки или снежинки, основных ее осей. Эти винные подвалы Кузнецова вмещали до 100 тысяч ведер фаросского вина. Оно пользовалось популярностью не только в Крыму, но также в 1900 году на Всемирной выставке в Париже ему презентовали серебряную медаль. В начале 20 века фаросские виноградники поразила филоксера. Это такой специальный вредитель, от которого очень много виноградников погибло в то время. После революции и окончанию гражданской войны, как и другие южнобережные имения, усадьба была национализирована, и бывшие винные подвалы через некоторое время обустроили под коммуналку. Очень необычно. А это идут лучи, луч, там второй луч. Это центр, получается, самый? Ага, интересно. Тут, наверное, был какой-то спуск в подвалы. Оно прям напрашивается. Получается, прям над подвалом живем. Угу. Вот еще один луч. Общая кухня. Там люди. Да, не будем смущать людей. В целом понятно. Слушайте, спасибо. Нужно здесь обязательно экскурсии проводить. Интересно, есть гиды, которые здесь проводят экскурсии? Надо у Катюши нашей спросить, она чего-то знает интересное. Слушайте, здорово. Во-первых, все зеленое. Очень необычно. Смотри, какая картинка. Красивыми. Здесь у нас юка. Мушмула. Здесь именно такой старинный, из бутового камня строение, деревья на заднем фоне. Горы, кипарисы. Шикарно. Знаешь, как люди живут в Фаросе, прикольно. ЮБК. Алиандрик скоро цвести будет, красота. Такой дворик, тут отдыхают, приходят, можно класс еще, еще можно и мангальчик поставить, шашлычок сделать. Отлично. Смотрите объявление. Улица Космонавтов 3. Быстрее пока, если есть что-то, надо брать. Фонтанчик работает, смотри, в парке. Кстати говоря... Такая квартира, которую мы посмотрели, она год назад стоила 5200, то 4800,
потом подняли 5200. Но сейчас, конечно, в этом году еще дороже. Но да, цены, в принципе, ну, нормально, да? Вот мы зашли, посмотрели. Для такого дома, я считаю, что да. В таком месте. Этот дом простоит еще много веков, если, конечно, следить за коммуникациями, за всем. Это очень шикарная постройка и шикарное вложение денег. Это вам не новостройки, даже и не хрущевки. Этот камень будет долго, вечно радовать его жителей. Днем. Летом прохладно, потому что стены метровые, реально стены метровые, они не успевают прогреваться. Зимой, включив отопление, да, у вас всегда тепло, потому что камень, ну, как бы не отдаст так быстро тоже. Вот, ладно, прям реклама пошла. Да не реклама, блин, но я люблю наши старые постройки, особенно когда мне, ну, мне как-то не очень приятно, когда говорят у нас трущобы, да, снести все трущобы. На самом деле это вот там, допустим, да, Поликур, старые дома, Аутка, Садовая. Там такие эти шикарные дома, которые вот реально метровые стены, ни за что в жизни, не, ну, я думаю, не променяют их. Ой, боже, любовь, какая прелесть. Памятник Юрию Гагарину, наверное, сквер, да, имени Гагарина? Не знаю, просто сквер, не подписанный. Это, наверное, сквер, Гагаринский сквер. Жители Фароса лучше скажут. Очень красиво, за памятником видно Фаросскую церковь, храм Воскресения Христова. Тоже благодаря Кузнецову, да, который построил на скале Красной. Боже, тут так все пахнет. Просто обалдеть. Все цветет, розы уже пошли просто буйным цветом. Потрясающе, посмотрите. И розовые, и еще и пионы еще даже цветут, и желтые шикарные. Красота какая! Такая хорошая спинка, такая хорошая, тепленькая кисулька. Сейчас будем кушать. Кушать будем. Морда. Ой, так вот. Тигрица. Это потешная какая. Давай еще почешу. Не надо меня кусюкать. Давай. Киса. Мур-мур-мур. Товарищ директор, это вам. Не могли бы вы соизволить открыть сей пауч? На, иди сюда. Опа, сейчас получишь по мордасам. Это мое, скажи. Иди сюда. Иди, бойся. Ты кушай. Понятно. Ага. Решили сначала пройти немного ниже, показать вам новый обустроенный парк. Ну, как новый? Он уже какое-то время там эксплуатируется. Просто мы его, наверное, честно говоря, вот не помню, в общий доступ показывали или нет, но мы здесь когда-то уже гуляли. Возможно, это видео было для донов ВКонтакте. Сейчас посмотрим. Кстати, скоро будем разыгрывать ВКонтакте вот такой свитшот, только с... комплиментом от вышиватора. В виде чаек. Сейчас уже почти готовая эксклюзивная будет одна на розыгрыш. Ну, а эту вот можете приобрести на Авито. Ссылка будет в описании, кому интересно. Конечно, не конкретно эту, это Вячеслава. Да, кстати, хотел сказать, что мы в видео с Алупкой говорили, что нам шевроны немножечко запороли. Нет, все исправили. Шевроны качественные, классные.
а не пройти ли нам по этой прекрасной новой лестнице. Это вот Фаросский поселковый клуб после недавней, можно сказать, реконструкции. И при нем здесь, ну, такой небольшой скверик, да? Ну, классный, посмотри. Во-первых, тут вот эти очень любимые детьми качели с сетками, паутинками. Смотри, как круто обыграли люки. Это у нас по всей Ялте они черти как вот установлены. А тут сделали как будто камень. Да, класс. Ну, вообще здесь территория классная. Есть место под соснами, например, да, по такие вот лавки, да, которые можно устроить там какой-нибудь, не знаю, оркестр какой-нибудь, да, или группа какая-нибудь может играть такую. Пойдем к морю. Спуск сделали для колясочников, да, то есть уже удобно есть, угу. Можно съехать. Вот достаточно он такой нормальный, да, не так, как там под 45 градусов у нас обычно могут сделать. Лазилки классные, тут мне нравится. Вообще сейчас так зелено, красота. Ух, море волнуется. Море сегодня как синее такое, прям насыщенное. Так, здесь смотровая. Угу. Пойдем. О, качелька свободна, надо занимать ее. Да, такая, кстати, вот это интересная здесь локация, да, так. Ура, теперь не надо пролазить, смотри, открыли ход. Ну все, вообще зачетно, не надо вверх подниматься. То я говорила, давай тут погуляем, посидим с видом на море на таких красивых подвесных, да, скамеечках. Пожалуйста, шезлонг тебе, да, теневая зона, как отлично. Будто при санатории сделали, да, такое закрытое место для отдыха, а нет, это вот для всех. Да, это здорово. И можно сидеть, любоваться морем. Шикарнейшее место. Просто вот присели с Юлей, не хочется уходить. Наверное, не пойдем никуда. Посидим здесь пару часов и потом домой. Ну, минут 15 Шутка. Точно. Хотя вот ветерочек с моря такой прохладненький. Я не скажу, что сейчас жарко прям. Слушай, ну как будто шезлонг. Ну, он реально как шезлонг. И смотрите, вот солнце как раз вот эта крыша. Пергола. Пергола такая. Закрывает нам солнце. Идеально. Вот ребята из Донецка. Живут в Крыму сейчас, смотрят нас. Берите пример. Всем привет. Всем привет. Донецк, Крым. Славик, Юля. Молодцы. Пойдем посмотрим, что там происходит на санаторских пляжах. Ну, пойдем, да. Потом поднимемся через парк, да? Да, здесь, значит, во время шторма века тоже были небольшие разрушения, но санаторий сразу их устранил. Мы, в принципе, после шторма там буквально через неделю, через две приехали, уже здесь все убрали. Но вот здесь вот было закрыто. Я пролазил лично вот сюда, в дылдочку. Там все сейчас заложили. Да, Юля пошла в обход. Слава спасибо, Богу, что открыли. Да, потому что, ну, как бы, это логично. То есть ты спускаешься вроде как с парка, хочется пройти вокруг, а приходится возвращаться наверх. Спасибо, что открыли. Теперь можно проходить по пляжам, дышать морем. Здесь вот лодочный спуск. Выглядит неплохо. Ну да. О, смотри, хозяин идет.
товарищ выпал с такой темноты. Красивый вид на море сейчас смотрим. А тут, кстати, море, смотри, оно такое зеленое, да? Ага. В Фаросе... Там водоросли зеленые. Да. Отсвечивают. Угу. В Фаросе несколько пляжей таких, да, разных. Они называются по-разному. Есть зеленый, есть розовый. Но это не он. Ну, кстати, если останется время, надо съездить на розовый. Вон там. Я вообще хочу посмотреть. Я там 1000 лет не была вообще. Ох, тут дует, конечно, ветерочек. Да, в море пока прохладно. Говорят, 15 градусов. Пока не жарко, так сказать. Ох, смотри как. Никогда не смотрела с моря на эту сторону. Новое вот это здание огромное просто закрыло часть, да, гор. Рядом такая горная гряда большая. Это как гора Фарос, там еще как-то она называется, не помню. Мы там, кстати, были. Церковь видна. И Фаросский храм, да, тоже есть. Так, что-то тут бушую, сейчас как даст вверх. Море, не бушуй, не бузи. А знаете, кстати, откуда пошло слово «не бузи»? Нет, а расскажи. Я знаю. Это напиток караимов, буза называется, и она чуть-чуть такая хмельная. И вот когда перепьешь бузы, начинаешь бузить. Так, здесь уже отдыхающие санатория на шезлонгах. Ой, смотри, тут лестницу... Там в уголочку местные жители, наверное. Слушай, посмотри, это как понимать? Это после шторма? Ну, здесь... Ну, тут... Здесь, да, здесь тут не покупаться. Непонятно. Ну, дальше много вон пляжей. Мне очень нравится эта территория. Камнями в воде. Когда... Я всегда любила такие островки. Да, когда вот с ребенком приезжаешь вместе понырять по этим, по скалам полазить. Милое дело. Да. Так, здесь, смотрите, окна вымывают. Это что, это детская комната, наверное, какая-то? Или кафешка будет? Не знаю, готовятся. Да, еще тоже готовится. Все готовятся. Сейчас мы ехали, 20 градусов была температура воздуха. Море еще холодное, 14-15 градусов. Да. А в Фаросе так вообще постоянно обновляется. Здесь, по-моему, 3 подводных течения. Да, тут течений несколько, они постоянно воду меняют, поэтому здесь попасть на низовку, мне кажется, вероятность намного выше. Смотри, какой прикольный ресторанчик тут на берегу в Фаросе. Цивильненько. И крутят крымскую картинку по телевизору. Ресторан. Лавочки установили, можно побалдеть, посидеть. На море посмотреть. Ой, здесь вообще, смотри, какой камень здоровенный. Вот в ту сторону отлично прыгнуть. Глубину ну, надо измерить. Сначала проверить, ну, да. Может, там другие камни. У нас здесь по южному берегу Крыма везде глубина. Идет сразу большая, я думаю, там можно прыгать уже. Да, это важно. Если вы хотите, чтобы, например, было помельче, это, конечно, сторона западного Крыма. ЮБК – это сразу глубина. Сразу уходишь на глубину. Это надо учитывать с детками, когда приезжаешь на отдых, да? С ними глаз да глаз надо. Хотя в западном Крыму там, возможно, тоже течение. Поэтому надо аккуратненько. Да, красивый камень, остров целый. Вроде солнца нет, иду щурюсь, блин, слепит сквозь облака. Надо было одевать надо бейсболку. Было очки, бейсболку, надо было SPF-кой лицо намазать, все надо было. А то уже, знаешь, как только лето начинается, а ты уже как негр, блин, коричневое посмотри, лицо. Посмотри, сколько камней здесь. Ну? Супер. Ой, кисулька. Ну, а мы сейчас пройдем дальше, выйдем к центральному поселковому пляжу.
Да, Фарос – это поселок, не город. Это, кстати, самый западный населенный пункт Большой Ялты. Да? За Фаросом уже начинается Севастополь. Гальку. Равняют пляж, делают его поширше. Галечка. Поширше. Сейчас тебе полную панамку напихают. Поширше. Ширее, да? Как еще можно сказать? Галечка здесь мелкая, смотри. Мне кажется, это новую класс. Привезли. Да, потому да. что там ну, очень много. Она не могла так штормами накидать туда. Смотрите, сколько птиц там охотится в море. Как будто островок там какой-то. Там рыба, наверное. Слушай, я что-то вот смотрю на количество гальки, которое у нас по пляжам начинают выкидывать. Так вообще, что где-то распродажа была. Прямо такое количество, я не помню, что где-то набрасывали. У нас что на Корсаре, помнишь, со всю стену было насыпано. И она причем та же, классная, мелкая. Алеша одинокий сидит и в ус не дует. Пережил шторм. У него нет усов. Шторм пережил, а здесь волны в Фаросе. Такие добрячие. Ну, мы, кстати, тогда приезжали, когда последний раз, там был тоже хороший шторм. Тут били очень красивые. Прям на солнышко садилось, и шикарно было. Ну да, он выдержал. Это новый, кстати, обновленный Алеша. Насколько вы помните, старый Алеша был ржавый, без руки, потому что он уже потрепанный был жизнью. Морская вода не пощадила его. О, смотри, здесь сейчас кафешка. По-моему, не было. Или была? Я вот не помню. По-моему, нет, здесь она, ничего не было вот на этом месте. По-моему, было. Просто ее обновили, привели в порядок, покрасили. Работает, видишь? Смотрите. Софра называется. Гриль-бар. Я бы сказала, софра. О! А почему заборчик? Забор. А зачем? Я не знаю, зачем забор? Чтобы вот камни кто не мне кидали. Объяснит? Ну, вот не красиво. Это что, красиво? Нет, это не зачем красиво. Зачем тут забор? Может, собираются там делать реконструкцию вот этой вот зоны, территории? И прям готовятся? Здрасте. Здрасте. Знаю, вы много нас встречаете, кто на вас подписан. Мы очень рады с вами встретиться. Вы сегодня вторые, а мы тоже рады. Можно? Вы же как родные. Можно, нужно. А вы откуда, расскажите? С Москвы. Мы отдыхать приехали, да? Да. Мы все ваши гайды просмотрели, перед все выездом. Вообще все, мы да, посмотрели что... все. А почему Фарос выбрали? А мы не здесь, мы в Байдарской. Мы сюда приехали просто на прогулочку. Да. Понятно. Байдарская. Ну вот, Байдарская все, долина. Там моря нет, кстати, но до моря недалеко. Угу. Пойдем. Кстати, Юля, а знаешь, как нас узнали? В этот раз по свитшоту. Да. Это приятно. Обычно по собаке узнают. Обычно по собаке, да. Хочу вот на этот маленький такой пляжик зайти. Тут такие классные волосатые камни, я их с детства обожаю. Ну, не именно конкретно эти, но вообще волосатые камни люблю. Здесь, конечно, побитое все, но галечка тоже есть. Ветер сегодня поднялся что-то в Фаросе, видимо, гонит. Ну, тут довольно-таки часто ветрено. Ну, да. И Алеша смотрит вдаль морскую. Алёшу отсюда вас поснимаем, я не пойду к нему. Ну да, можно отсюда. О, смотри, и на эту сторону тоже гальку подсыпали. Это, мне кажется, у него пересыпалось случайно. Ну да. Спасибо, о, какой. Спасибо. А вот морской котик, смотри. Итак, очередной пакетик корма нашел. Ой, голодный своего. Какой, голодный. Моя мой ты хороший. Зайка. Ты нас ждал тут, да? Кушай, пусечка. Пушистый хвост. Ты моя лапонька. Ну вот, день прошел не зря. Да. Три морской котика накормленных. Покормлен. Хорош. Кусай, кусай. Боже, жадно так и ест, моя да. ты лапонька. Thank you.
покушал. Молодец, все съел. И тарелку облизал. Впереди вы можете наблюдать новые строения. Тут пятизвездочный отель, не помню, как он называется. Ну, это отель 5 звезд, Лучано называется. А, Лучано, понял. Но есть ложка дегтя, да, это был парк. Ну, теперь там. Да, конечно, строения отель. Здесь были поменьше. Но какая же красивенная вот эта вот гряда гор, а потом такая зелень буйная, да, сосновая. Mm-hmm. Очень красиво выглядит, конечно, нереальная красота. И здесь, кто помнит, мы были после шторма, здесь последствия были ужасные. Так вот, смотрю, там так оно что-то пока... Сейчас посмотрим, восстановили ли. Здравствуйте! Здравствуйте! Здрасте. Здравствуйте, здравствуйте! Наши зрители любят Фарос. Смотри, мы сегодня встречаем. Да. 4 семьи встретили уже сегодня. Здесь крупная галечка. Старенькая еще. Ну смотри, так повосстанавливали. Где? Что повосстанавливали? Ну, здесь было все завалено. Все. Ты имеешь в виду камни, доски, вот это да, вот все да, было? Да. Сейчас уже вот поменьше. Ну еще смотри, надо ограждение сделать полностью. Там вон кусок стены, как бы не очень себя чувствую хорошо. Вот занимается. НТОшки ремонтируют. НТОшки снесло все. Тут была груда таких досок, просто развороченное все. Здесь уже отстроили, получается, эти все. Бобик загорает. Ты что, лежит такой, такой хороший. Добро пожаловать в оазис. Освежающие напитки, закуски, мороженое. Да, ограждения вообще нет, смотри, тут. Да, все посносило. Ну, потихонечку оживает эта часть Фароса. Здесь пляжа вообще нет. А он был, кстати говоря. Здесь, по-моему, клочок был побольше. Клочок был? Да. Ну, я уже не понял. Но то, что ступеньками такими было, это да. Да, мне... слушай, смотри, совсем мало пляжа осталось. Mm-hmm. Узенький стал. Мне вообще всегда Фарос очень нравился, что здесь вот есть и волнорезы, пирсы, с которых можно попрыгать, и камни в море. Слушай, совсем узенький какой-то пляж стал. Вот даже специально сейчас... Хочу оставить видео на старый ролик, да, сверху будет и подсказки, да, посмотрите, насколько изменилась береговая линия. Маловато места. Чебуреки 150-200 рублей. Микс 200. Да, давай посмотрим, что за цены здесь. Наггетсы 250, стрипсы 250, картошка фри 100 грамм 180 рублей, шашлык свиной за 100 грамм 200 рублей. Куриный 180 в тандыре, сырные палочки 250 рублей 6 штук и соус разный. Так, подпорки все на месте. Тут, по-моему, по-моему, какое-то дерево оставалось без подпорок после шторма. Не знаю. Ну, в общем, все сейчас вот на подпорках. Ну, в принципе, для полноценного отдыха все есть. Раздевалка вон, кафешки, пляж. Хоть где-то не такой широкий быть... сейчас, но все равно. Где-то должен быть туалет еще. Туалет, наверное, в кафешке. А помнишь, когда-то здесь был навес и лавочка? Да, здесь стояла лавочка.
брызги шампанского. Смотри, здесь новые ступеньки сделали. Это к отелю, да? Ну да. И тут как-то все поменялось. Ничего не понимаю. Тут что-то было по-другому все. Ну и еще один пляжик. Вот здесь вот тоже хорошо. Вот здесь вообще отлично. Такой. Как же красиво, смотри. Там такая лагуна. Вот я негодую. Мне не нравится вот это бело-синее здание. Оно вообще портит картинку. Не вписывается. Отвратительно, да. Просто. Ни в горы, ни в зелень. И храм вон фароский. Разорванная теперь картинка в хлам. Вот туда смотришь, там красиво. Между зданиями. Да, есть такое. Пока-пока, Фарос. Очень красивый вид. Сейчас мы будем с вами подниматься уже в парк. По лестничке поднимемся наверх. И пойдем в райский уголок. Вот тут старые ступенечки, кстати. Я тут не поднималась никогда. Давай там поднимемся. Там она, по-моему, закрыта сверху, проход. Здесь нас встречает прекрасная сосна, да уж. Которой уже очень много лет. Как ее повело, смотрите, изогнутая такая. Ей тут камушек подставили. Александр Степанович Терлецкий. Вот здесь ему бюст. Да. Ой, новый, а тут выхода нет. Новый Фарос, да. Выходим на парковую территорию. Это самое близи к морю. Здесь находится детский лагерь сейчас. Ну и вот обустроили лавочки всякие. Урна есть. Такое сердечко. Оп.
Боже мой, это что за красотень невероятная? Я думала, это цветы, это, оказывается, листочки такие. Вот это деревце. Кто мне расскажет, как оно называется? У него старые листочки темно-зеленые, а новые, походу, вот совсем белые, с розовой прожилкой. Вообще шикарно. Что за чудо чудное? Вообще, как будто фикус какой-то. Не знаю. Друзья, ну а с вами были Крым глазами местных. И Юля, слава из прекрасного живописного райского места, поселок Фарос. Приезжайте на отдых в Крым, в Фарос. Здесь вас ждут, готовятся. Ну и подписывайтесь, конечно, на наши социальные сети. В Телеграме мы вас ждем. Там всегда молнии из всех мест, куда мы ездим. Ну и до встречи. Опять будем из Крыма вам вещать что-нибудь интересное обязательно. Пока. Все, пока.